Котлас деревянный. Тема эко-стройматериалов в городе продолжается. На улице 70-летия октября появилась новая общественная территория – Сквер Победы. Он небольшой и скромный, несколько фонарей, 5 скамеек, 3 дивана-качели и много деревянного настила. Как вот у вас впечатление от этой площадки? А вы знаете, мы сами первый раз вот только пришли, очень замечательно, все красиво. Видимо, ее только сделали буквально недавно. Нам нравится, мы качаемся на качельках. Думаете, вообще вот здесь вот такое, ну, место удаленное, много ли сюда людей будут приходить? О, это хороший вопрос. Но, по крайней мере, я так понимаю, что здесь рядом репутационный центр, и сделали больше для людей, детей из центра, поэтому... Ну, будем надеяться, что будет ходить. Сквер Победы благоустроен в рамках программы формирования комфортной городской среды. Проект стартовал еще весной. Датой окончания строительства должно было стать 31 мая. Однако территория до сих пор сдана не полностью. Звучит это странно, но администрация приняла пока половину работ, выполненных ООО «Каскад». Туда входят вот такой цветник, скамейки и урны, монтаж освещения, часть дорожек. Цена контракта более 3 миллионов. Но на сегодняшний день еще нам документы не передали. Добавим, что часть деревянного настила укладывал, согласно проекту, еще один подрядчик, и здесь все сложно. Я так поняла, что у второго подрядчика работы приняты, а у вас не приняты. Да. А у вас-то что не так, что не нравится администрации? Не знаю, так вы у них спросите, они же вам все подскажут. Но мы тоже сейчас пока не знаем, что им не нравится. Вот. Что не так и правда непонятно. На первый взгляд территория выглядит одинаково. Кругом дерево. На шпильках в сквере точно лучше не ходить. Вообще, насчет выбранных в проекте материалов, комментарии в соцсетях неоднозначные. Что снова у нас деревяшки, которые быстро портятся от дождя.